Это к разговору о том, что я уж не буду сильно разглагольствовать, но Алексей Викторович безумно для меня самый красивый, безумно красивый молодой человек, мужчина, вот. Поэтому что тут скрывать? Ну, типа, опять же, у каждого свой типаж, кому-то может так не показаться, но не знаю, есть ли такие люди вообще в этом мире. Вот, но Алексей Викторович очень красивый. Фэшн-демон, да, не знаю, я могу миллион просто качеств его назвать, но пусть эти качества будут только для меня. Бородатый мужик или паренек с розовой прядью? Однозначно бородатый мужик. Алексей Викторович, даже не могу назвать его Алексеем Викторовичем, когда я вспоминаю кореша кудрявого маленького вот такого мальчика соплячка с розовой прядью. Но вообще для меня это вообще... Типа, не существовало этого человека как какого-то там, ну вы поняли, в каком-то таком плане. Поэтому я безумно рада, что мы с ним начали именно общаться, когда он вообще уже по-другому мыслить начал и по-другому выглядеть. Что синяк на ноге? Да я все в синяках, у меня собака постоянно вот так вот об меня прыгает.